Привет, друзья! С вами Человек и Весна. Весна на всех московских улицах. И особенно на Гончарной 7/4. Потому что именно здесь находится легендарное место силы. Оно же Dior's Powerhouse. Это студия звукозаписи, отличный бар и концертная площадка. Поэтому именно сюда мы приглашаем вас 2 апреля в субботу на наш маленький фестиваль «Лучшие хиты этой весны». Айда! Милые друзья, в этот субботний вечер у вас появится прекрасная возможность услышать звонкий, как детское счастье, голос Алисы Тен. Погрузиться в пучину драмы и личных переживаний мсье Антона Дворцелова. Парится Шанхай, Даша, я ныряю в этот город. Познакомиться с эксцентричной столичной штучкой Варварой Вразброд, она же Хаден Даден. Отпусти меня, ну, отпусти меня, еще чуть-чуть, еще недолго. Друзья, прямо сейчас я нахожусь на территории электролампового завода, там, где готовятся к концерту некоторые его участники. Например, вот в этой музыкальной звукозаписывающей студии готовятся Искандер и Соломея. Пойдемте посмотрим, что же они там делают. Ребят, слушайте, а мы тут это... А чё? Ну мы все уже. Закончилась репа. Как известно, контроль 84, он же Федор Наумов, свободное от сочинения «Рэп-телег время», работает в рекламном бюро «Рабочее название». Давайте-ка посмотрим, чем он занимается в данный момент. Готовится ли он к концерту? Федь, привет. Готовишься к концерту? Вот нет, сейчас пока работаю, пишу сценарий, но вечером буду обязательно готовиться. Все будет нормально же? Йоу-йоу, зачитаешь нормально, порвешь тусовку, да? Да, тусовку порвем. Суббота Таганская Powerhouse. Суббота Таганская Powerhouse.